41 человек изъявил желание попробовать свои силы на должность директора Департамента развития туризма и народно-художественных промыслов Нижегородской области. 13 из них дошли до очного этапа. Уже была деловая игра, сейчас время индивидуальных заданий. Каких именно, узнаем за этой дверью. На магнитной доске конверты с заданиями, которые сформировали сами нижегородцы. Экспертная комиссия перемешивает билеты. На жеребьевке, как на экзамене, сразу видно, кто рад заданию. Задание номер 13. Проект «Музей старообрядчества». Среди заданий, например, создание мобильного приложения для индивидуального туризма, перерождение музея-заповедника «Щелоковский хутор» и парусная регата спортивно-крейсерских яхт имени Алексеева. У кандидатов на должность директора департамента есть сутки на решение поставленной задачи. Там серьезный очень вопрос, надо разобраться в нем, может поговорить там с жителями, то есть найти информацию, а самое главное – предложить пути решения. Потому что тот новый директор департамента, который будет назначен, он с такими задачами будет встречаться каждый день. Будут приходить люди, вот об этом говорить, нужно будет мгновенно быстро реагировать, соответственно, и давать обратную связь. Тех кандидатов, которые лучше всего справятся с защитой проектов, ждет собеседование с губернатором Нижегородской области. Александр Шеломцев, Михаил Городников. Время новостей.